Привет, друзья! У нас уже Новый год. Я сейчас еду в гости и хотела вам показать места, в которых я любила бывать в детстве. И довольно часто здесь гуляла, ходила. И еще одно место покажу вам чуть попозже. Сейчас я в парке. Так, сейчас я развернусь. Здесь есть такая красивая церквушка. Я, кстати, раньше не знала, что здесь есть церковь. Потому что, наверное, летом все в листве и плохо видно. Вот. Здесь такой красивый скверик. Летом здесь безумно красиво. Здесь такие висячие деревья по типу ивы или что-то такое. И летом здесь, конечно, гораздо красивее, чем зимой. Сейчас у нас не осень. Смотрите на листву на зеленом газоне. Сейчас у нас январь. Вот я еду в гости в дом, где провела много лет детских, когда гостила у бабушки. Вот, и сейчас решила прогуляться по скверу, потому что здесь всегда любила бывать. Вот, потому что, ну, какое-то здесь место такое вот уютное, такое доброе. Здесь всегда спокойно, тихо, мало народу. Вот, немножко с вами прогуляюсь и расскажу. Хочу сказать вам, что для тех, кто не знает, кто не из Москвы, может быть, будет интересно. А раньше, когда здесь еще не было жилых кварталов, здесь было кладбище на этом месте, поэтому там есть церковь. Как вы знаете, всегда рядом с церковью было кладбище. А где-то в деревнях каких-то еще осталась такая культура делать кладбище рядом с церковью. Вот, а здесь, почему здесь сквер? Здесь было раньше кладбище, да. Но потом, когда район стал застраиваться жилыми домами, здесь, ну, как-то было неэстетично, что здесь кладбище. И его сравняли с землей и сделали такой скверик. Здесь всегда мало народу. Не знаю, может быть, потому что большинство не ходит сюда, потому что знают историю. Но те, кто не знают, они вот заходят, как бы, и не стесняются, не брезгуют этим. Гуляют. Вот, и я тоже решила прогуляться по старой памяти. Похожу здесь и потом пойду уже в гости. И еще по дороге хочу показать вам одно место, которое тоже уже стирает с лица земли. Ну, чуть попозже покажу. Ну, такой скверик. Очень уютный. Здесь приятно находиться. Не знаю, вот я люблю такие места, где тихо, спокойно, мало народу. Мне нравятся такие места. Вот. Еще хотела вам рассказать. Я сейчас на Гальяновской улице. И вот здесь вот вы видите большие многоэтажки. Здесь раньше был такой скверик. Здесь были пятиэтажные дома, и между ними росли яблони и груши. Еще старые времена, тут деревня была. Вот, и мы приходили сюда с бабушкой собирать эти груши, и потом варили из них компот очень вкусный. А сейчас видите, как все быстро меняется. Здесь уже новый микрорайон. Иду дальше. Вот, друзья, хотела вам показать это место. Да, это заброшенное здание. Раньше было роддомом. Центральный московский роддом. Роддом номер один, где родилась вся наша семья. Моя мама, мой дядя, мой брат и я. А теперь это здание не существует. Не знаю, что тут будут строить дальше. Сейчас его сносят. Сейчас посмотрим. Друзья, как всегда, сели батарейки не вовремя. Так вот,
Это был роддом, где родилась вся наша семья. На Госпитальной улице в Москве. И теперь его не существует. Я почитала объявление, непонятно, вроде как здесь будут жилой дом строить. Вот такой большой был роддом. Домой приду, найду фотографию, покажу вам меня маленькую, только что родившуюся на фоне этого здания. Сейчас пройду вокруг и уже пойду в гости. Да, вот тут я родилась. Вот так вот легко стираются воспоминания.